Привет. Сегодня попробую собрать бюджетный экструдер. Ну или бомж-экструдер. Как вам хочется, так и называйте. Часть комплектующих я попробую найти на свалках и в брошенных домах. Не называйте этот материал говно и палки. Этот материал еще вполне покажет себя в строительстве самодельных станков. Поехали! Для начала, думаю, нужно найти место, где можно накидать набросок. Этот совковый автобус вполне подойдет. Заметьте, бумагу я использую, тоже бывшую в употреблении. Итак, начнем. Большинство деталей, таких как шестерни, бункер, крепление для шнека, я напечатаю бутылочным ПЭТ-пластиком, собранным на улицах. Трубу для шнека, движитель с червячным редуктором, блок питания, основу для экструдера. Я попробую найти на свалках и в заброшенных домах. Останется прикупить только шнек, это будет сверло, бит-регулятор и кольцевой тен для нагрева. Вперед, за шабашками! Для начала мне нужна труба, куда я планирую поместить шнек. Параллельно я еще собираю дорогосодержащие металлы из советской аппаратуры. Иногда можно очень неплохо найти, на несколько тысяч. Если вам интересно, в будущем я покажу и расскажу, что и какие детали брать и сколько стоит. К сожалению, всю сантехнику в первом подъезде уже срезали, но второй подъезд закрыт на замок. Пролезу через чердак, лестницы, чтобы спуститься, во втором подъезде не оказалось. Пришлось тащить с первого. Мой будущий экструдер. Здоровья открутить газовым ключом у меня не хватило, ведь эти трубы проработали десятилетия. Но русские не сдаются. Я отпилю эту трубу. Вот он, будущий экструдер. Я не знаю, как все эти сантехнические шняшки называются, но думаю, они тоже пригодятся. Конечно, все эти части можно купить в магазине. Ну а зачем? Будем пользоваться вторсырьем. Возле офисных или технических зданий я часто встречал выброшенную мебель. Основание для экструдера я хочу сделать из многослойной фанеры. Это очень хороший и податливый к обработке материал. Крепить на фанеру можно, не сверля отверстия. Зачем далеко ходить? Вот готовое основание для бомж-экструдера. И еще здесь полно всяких железячек, которые пригодятся. Итак, я продолжаю поиск шабашек для моего будущего бомж-экструдера. Я хочу как можно дешевле собрать данный агрегат. Сегодня моей целью будет найти какой-нибудь движитель для вращения шнека. К счастью, на наших свалках полно этого добра. В вашем случае нужно сходить на одну из разборок и скрутить данный узел. Стоит он рублей 200, не больше. Да, для таких манипуляций нужен опыт в авторазборке, которого у меня, к сожалению, нет. Ну, наконец-то! Разворочил пол машины. На свалке есть и другие вкусные подарки. Нужно только знать, что брать. Нашел вот такой автомат. Думаете, это полная хрень? Ошибаетесь. Здесь серебряные контакты, полно меди. Ну, меди тут точно на полкилограмма. Оставим ее бомжарам, возьмем только серебро. Вот они, эти серебряные контакты. Квадратные подушечки. В будущем я планирую снять серию видосов под названием «Деньги на помойке». Эх, ветер поменялся и газ пошел с завода. Надо сваливать отсюда. Осталось найти подшипники и блок питания. Прокачусь по городу и заодно наберу пластиковых бутылок. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Вот они и подшипнички. Отволоку ее в более спокойное место. В этих колесах должны быть подшипники.
Сейчас попробую их изъять. Уже под вечер я наконец-то нашел старый системный блок. Обязательно снимайте с такой находки процессор. В этих деталях содержатся драгосодержащие металлы. Поиски закончены. Бегом в лабораторию. Да, подутомил, наверное, вас с уличными прогулками. Но вроде все шабашки собраны. Осталось только напечатать недостающие детали. Печатать я буду с пластиковых бутылок, которые нашел на помойке. Сейчас распущу их и поставлю на станок протяжки. Спасибо автору подшипникового бутылкореза. Очень хорошая разработка. Но я хочу его переделать. Сейчас он у меня просто в стадии испытания. В дальнейшем я его механизирую. Для этого будущего станочка я уже снял редуктор со стеклоподъемников. Бывает такое. Если болт не откручивается, по нему надо хорошенько. Вот, пошел. У меня уже есть какое-то количество пластика, но этого не хватит. Печатать много. Про этот станочек протяжки я уже делился в прошлом видео. Аппарат у меня работает почти 5 лет. Протянул я на нем не один километр бутылки. Внимание, тревога. Остановка производственной линии. Преобразование пластиковых бутылок в нить будет приостановлено. Рекомендую устранить проблему. Пока остальные нити преобразуются, можно приступать к печати. На разработку и печать этих деталей у меня ушло 2 дня. Какие-то детали я и сам нарисовал, а некоторые пришлось скачать. Например, большое зубчатое колесо печаталось почти 11 часов. Конечно же, пластика не хватило, и мне еще раз пришлось погрузиться в столь нелегкий труд бомжей. Приблизительно это будет выглядеть вот так. Большая часть для бюджетного экструдера обошлась мне в 0 копеек. Остается докупить только пит-регулятор, кольцевой тен и пару шабашек для крепления. Сверло соли мне уже пришло. Обошлось оно в пару сотен рублей. Как только недостающие детали дойдут мне солихи, сразу приступлю к сборке и тесту этого аппарата. Те, кто подписан в Instagram, уже видели половину этого видео 3 недели назад. По ходу съемки я закидываю туда куски неотмонтированного видео. Вот он адрес. Если тебе интересно увидеть видео раньше других, во второй части увидим, во сколько мне обошелся бюджетный экструдер. Я планирую около 1200-1500 рублей, не больше. Не болейте. И храни вас Господь. Не прощаюсь. До встречи.